Всем привет, с вами Ню и Зецу, вы на канале Фрикаделька, это не поверите, симулятор русской деревни. Да, всем привет, решили немножко, там обновлений было много, да, решили немножко повспоминать, что тут у нас. Есть, что, как происходит, будем периодически просто отслеживать, что в игре происходит. Напоить, напоил, накормить. Накормил. Молоко не дала. Ну вот так всегда вот. Не... А что ты хотел? Ты ее не кормил. Старые проблемы такие старые. Отлично. Понятно. Ладно. Не надо залазить в разные окошки. Так, ну, с полетом они так бака не исправили, даже не пытались. Полезно, между прочим, смотреть эти видео прохождения ваших игр, чтобы знать. Либо это был такой план. Лук. Лука 3, лука 1. Это все еще очень странно собирается. Ну... Не, они, очевидно, поменяли шрифт. Ну да, они поприятнее его вроде сделали. Да. Ты решил посадить морковь? Я сейчас упаду. Я что-то не посмотрел, что у меня усталость там ноль. Сейчас в больницу, да, поеду? А, нет, у меня осталось, типа, накапливается все оно. А, видимо, да. Учёвский. Лука-то, ё-моё, можно чеснок. Луковый суп хреначить. Чеснока. Капустычку посадим. Ну, давай. Сейчас посмотрим, что тут надали. Там, типа, добавили вообще, так, по логике, куча город добавили, что-то еще. Да, что-то там заданий, было написано, до хера всякую, всего. Всякую, да, много всего. Мы сейчас понадобили. В карту, наверное, залезем, посмотрим. Сейчас залезем, да, посмотрим. Сейчас все посмотрим. Ульев тут больше можно понатыкать. А что она так топорно собирается, ребят? Ну, надо править это все. Как-то это не должно так тупить странненько. Камень. Ну, ты серьезно? Ты решил, чтобы упасть наверняка, да? Нормально все. Так, ладно, карта. Карта не двигается до сих пор. Ух, нихуя себе, блин. Ага, вон. Ну давай попробуем в город сгонять, что? Что нам еще делать? Попробуем. Посмотри, там фотки домов, блин. Сельская дискотека. Конечно. Ну, все, пойдем тогда на остановку. Сейчас, давай домой зайдем. А что ты дома хочешь посмотреть, что там происходит? Ну, конечно, дома, может, что-то обновили. Так. Так, что тут? Это отбеливать? Все по стариночке, ничего ну, не да. добавили. Тут что, можно что-то еще делать? Ну, по трошке только. А что? А, улей 3. Че? А, улей? Жесть, конечно. Сейчас с банками. О, консервированная квашеная капуста. Все, хватит смотреть на еду. Я голодная. Я хочу сделать вот маринованных огурчиков. Что надо для этого? Специи. У тебя эти специи только и не хватает. О. Солнечное масло из 10 подсолнух. Ну а чё бы и нет. Сделаешь подсолнечное масло? Хочу посмотреть, как это. Сколько ты сделаешь вверх подсолнечного масла? Одну? Кстати, знаешь что, надо еще на кухне глянуть. Не поправили ли они прикол с ценами? О. О. Неплохо. Ну ладно. А, типа, ну поставь, пусть она. Здесь вроде все по старинке, ничего не изменилось. Но они потихоньку-то совсем делают. Так. Угу. Стиралка. Что у нас с взломом? Да все так же. О, хоть крышка открывается. Что-то плюс один. А. Еще одна отмычка? Анька ушла. Да нахрен ты мне нужен? А, ты в баню зашел? Ты же домой хотел. Это что? А, вода? А может, если ты парилку включишь, она придет? Думаешь? Давай для этих приколов посмотрим. Не. Не, все. Аня нас покинула. Эх, предательница. О, это что-то даст? Давай помоемся, баня. Ну давай, раз нам предлагают, надо не отказываться от этого. Mm-hmm. О. Усталость спала. Ну хорошо, хоть какой-то толк, а то я все думала, зачем вообще нам баня и вообще возможность с ним мыться как. Где вода? Вот вода. Немножко скинем. Сомы.
лампочки, гитары. Тут кого-то понаджимал. Но. Смотри, 4 рубля, 10 рублей. Они цены-то понизили. Да? Теперь это все значительно дешевле все стоит. 7 Нет, рублей. Это чудно. Просто еще раз, нужно посмотреть по ценам производства блюд. Сколько у нас там стоил борщ? 200 рублей за штуку? Ага. Пойдем глянем. Нет, ну если сейчас вот цены 7 рублей, 8 рублей, то 200 рублей за штуку это ненормально уже. В смысле нормально? Если все цены, они все остальные цены понизили. То есть вот, например, борщ 200 рублей, но теперь зато капуста, например, та же специя и куриная ножка, она стоит намного дешевле. Подожди, ну у тебя свекла, ты только что свеклу, по-моему, по 7 рублей за штуку продал. Ну, 7 рублей за штуку. А там нужно 2 свеклы, это уже 14. Ну, я согласен, что это... А, ну вот, например, смотри. 2 свеклы, 3 капусты, 2 моркови, 3 картофеля. Ну, давай посмотрим. Капуста 45 рублей. Вот именно что. Ну да, все еще бардак. А 2 свеклы это вообще 20 рублей. Да. Ребят, еще... ну это фигня какая-то, если честно. Тем более, почему мы вообще должны платить за борщ, если мы готовим его из собственных продуктов? Нет, нет, мы его... это типа продажная цена его. А, это мы продать его можем. Точно, я забыла уже. Ну все равно, фигня. Так, ладно. Вы просто посчитайте, сколько у вас уходит. Во-первых, не может одна капуста уйти на один борщ. Одна капуста тогда должна уходить, ну хотя бы там, на 4 тарелки борща. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну маленькая, ну на 2. Ой-ой-ой, ну до сих пор все сложно с машиной. Ты что хотел? Мы куда поехали-то, в город? Не, я хочу в магазин посмотреть. А. Так, ну здорово, Галина Алексеевна. Ну что-то тут вроде все как было. Да что ты... Блядь. Ну, цены чуть-чуть подешевле, конечно, стали, но не очень. Скажем так. Будем честны, не очень. Слушай, такое ощущение, подожди, посмотри. Такое ощущение, что они цены сейчас приравняли к тому, что у нас в магазинах. То есть, посмотри. Ну, яйцо 5 рублей, это, конечно, не дешево. Ну, да. Вот. А, смотри, майонез 130 рублей сейчас, пачка. Сейчас, секунду. А, так. Ага. Задание. Это надо с лампы открутить, это надо. Ага. То я посмотрю, что мне надо. О-о-о. Олени. Защитить пернату, друзья. А, ну это эти. Ой-ой-ой-ой-ой. Все очень сложно пока, задание, на самом деле. Сложные. Давайте задание. Просто понаслаждаемся видами, я думаю. Оленья шкура? А где соль олень? Соль 30, водка 133. Давай продадим медвежий шкур. Ну давай. Типа. Сколько их? 4? Сразу. Опа! Неплохо. И волчьих сразу. Опа. Нахрена я только это все? Я не знаю нахера, но денег-то сейчас но у нас знает, вагон. Она знает, кому продать, допустим. А теперь ты их можешь купить. Они дороже у нее, смотри-ка. Логично. Водка. Купить. Давай куриных ножек купим. 5 штук. Нихера себе, ты видал цены на куриные ножки? Ну, блин. Нынче курица дорогая. Ну, не настолько же. Ладно. Аристарх что-то подзавис. Ладно, Аристарх Петрович, стой. Я все равно пока вот хочу посмотреть, что здесь у нас. Тут у тебя все, в принципе, Мария доступно. Ивановна. Давай возьмем красотка. Вот так, вот так, вот так, вот так, 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 так и так. А это недостаточно репутации, конечно. Ну еще бы. Мы лохам такой не продаем, она говорит. Старый ТВ. Ты пить хочешь или ты наоборот? Что ты делаешь? Так, ладно, погнали. В город. А как понять, как это работает? Может, остановка есть, слушай, город? Да, мне кажется, что-то как-то так будет быстрее и эффективнее. Гадалки, металлобаза, церковь, заповедник. Административный район. А, вот, вот Кулебаки. Кулебаки. Поехали. Погнали. В Кулебаку. В Кулебяку. О, ну понятно. Так, сколько этажей, сколько этажей? Что-то я не отразила. Позже, позже, бежи. Раз, два, три. А почему они неровные? А это типа лестничные, ладно. Это да, это лестничный. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, девятиэтажки. Девятиэтажка неплохо. Стандартные девятиэтажки, ладно. С чего ты взял, что тебя пустят тут? Там вон какое-то задание есть. Посмотрим, что тут Кулебакский район. Ага.
Ну, неплохо. Понятно, ягод и малинка растет в воздухе, заберем. Черник, ну, точнее. Такой грех не взять, я тебе скажу. Ну, конечно, когда она сама говорит, берите меня. Да-да-да-да-да. Можно сказать, практически в ручки прыгает. Так, это трехэтажка? Да. Пятиэтажка. Ну, такие базовые дома. Это горы кто? Там, смотри. Это Светлана Волкова. Интересно, интересно. Тоже на кого-то похоже, кстати, но не могу отразить на кого. Здравствуйте, молодой человек, я немного приболела, давай говори. Здравствуйте, молодой человек, я немного приболела, мне не помешала бы ваша помощь, потому что наша больница переполнена, единственный врач на всю округу занят. Не могли бы вы принести мне немного меда, малины и воды? Ну, кстати, извини, это вообще, это такая редкая вещь, что мед, что малина. Ну, тоже верно. А что, ну ладно, больница переполнена, а что, аптеки-то нет? А, нет, у них, видимо, больница-то, видимо, это та женщина, Светлана. Думаешь? Конечно. Блять, учитывая умение Светланы тырить деньги и растрачивать их, я бы сказала, что Светлана делает примерно нихера. Тут вообще до сих пор подозреваю, что больницу захватили проститутки. Считаешь, сколько он тебе кукукает? Строительство он идет, смотри. Вижу. Свечку ставит какую-то. Очередная летающая черника. Ну, неплохо. Еще и малина. Ой, еще и ежевика. Ку-ку, ку-ку. Так, Сергей. Серёж. Смотри, чем-то он похож. Смотри. Как-то да. Ладно, похож чем-то. Немножко. Я только что устроился на работу, и через некоторое время меня обвинили в недостаче. Я не знаю, что делать. Я не знаю, что делать. Возможно, это просто какой-то злой умысел. Вы можете мне помочь? Нифига себе, его обвинили. Ни хрена себе тебя обвинили в недостаче. Неплохо, блядь. Ладно. Блин, ничего такой симпатичный, Серега. Интересно. Володя там. Он задолбал кукукать. Интересно, интересно. Такие, кстати, дороги ровненькие. Ну, у них очень ровно. Это же... Несмотря на то, что поселение... Интересно, какой это год? Это такое же реальное время-то хоть? Так вообще-то да, у него так-то телефон есть мобильный, ты не заметил? Ну, мобильный-то да, он селфи делать умеет. Ну, вот именно. Хм. Ну вот, смотри, прям вообще. Да-да-да-да-да. Понатыкали, так понатыкали. Это я понимаю, что это генерируется рандомно, но, блин. Ну, что-то в коде не прописали. Тут не код, тут, скорее всего, то, что это какие-то эти... Текстурки, они не продуманные. Из-за этого так получается. Ну что, рано или поздно она упадет вниз. Ну, тоже верно. Мы, кстати, по-моему, все еще можем летать. Да нет, я понимаю, я просто прогуливаюсь, смотреть, что тут такое. О, а что по крышам не хочешь побегать? Пятиэтажка, девятиэтажка, все дела. Удивительно, что он все еще живой. Так, это что такое? Не знаю, какое-то забавное здание. Ну, прям... Я не знаю, что это за здание на самом деле. Что это могло быть? Это типа ДК местного какого-то? Да, кстати, наверное, да. Я даже залезть... Я бы сказал, что, знаешь, какой-то санаторий, похоже. Я на него даже залезть-то не могу. Оп. А, он... Ладно. У него как будто крыша из пробки. Да я даже не могу по ней ходить на самом деле. Ну, потому что, наверное, не задумано, чтобы ты по ней ходил. Ты так как не задумано? О, это какое-то местное ДК. Вот ДК местное, да. Да-да-да, вот оно. Пойдем поговорим с местным управлением. Что хочешь? А ты записался в дзюдо? Да нет. Здорово, вот. Ой, какой ты. Приветствую вас. Наши спортсмены готовятся к соревнованиям, но я забыл яичный белок, который им нужен. Не могли бы вы мне помочь? 50 яиц. И 100 клубники. Нет, сейчас очень... Яйца дорогие, так что, чувак, извиняй. Очень дорогие. Никакого яичного спортивного. Спортивный. А, это спортивный комплекс, это не ДК. Это спорткомплекс. Интересно. А это что? Так, что не вот так. Это, видимо, на школу похоже или на больницу. Ну, блин, не знаю. Ну, мне кажется, школа. Да нет, на школу не похоже. Короче, ставить-то они все поставили, но что-то тут толком никуда не зайти. Опа-на, Володя. Ой, на этого актера, на нашего похож, да, который на кого-то похож. Прилучный или как его там?
Здравствуй, дорогой друг. Я занимаюсь благоустройством района. Не могли бы вы мне помочь нам благоустроить район и сделать несколько скамеек? Да вы достались со своими скамейками, честное слово. Вообще, они что делали, пока здесь Ваня не появился? Вот скажи мне, пожалуйста. Смотри, там какое-то задание сверху у этого. А еще там мячик. Нет, это школа какая-то, походу. Что ты хочешь? Я хочу посмотреть, что-то еще вокруг. А вон, наверное, футбольное поле сзади тебя. Нет, сзади вон. Вот сзади вперед. Нет, вот это что такое вообще? Я имела в виду, там левее были трибуны. Ты встаешь после? А, ты встаешь, когда я карту включаю, ну спасибо. Вот это что ли? Да нет, вон, видишь трибуны? А, ну кстати, может. А, ну похоже, но там еще не выровненное какое-то поле. Там еще так готовится. А он не умирает, когда падает? Нет. Заебись. Ой, тут такой же магазин, как и у нас. А что там продается? Ну-ка, давай посмотрим. Я думаю, там причем стоит та же самая Галина, как ее там. Думаешь? Да. Нет, тут Клара стоит, кстати, очень такая. Симпатичная, однако, Клара. Ну, товары те же. Ну, понятное дело, что классический магазин. Давай еще раз на Клару глянем. Нет, Клара неплохо выглядит. Тоже на кого-то похожа, но не могу сообразить на кого. Они как бы берут за базу кого-то известного. И как бы, и ты такой... Блин, вот вы вот на этой грани оно все балансирует. Это что за казармы? Дядь, привет. Мэр Виктор, нифига себе, вы еще не стали председателем, чтобы говорить с мэром. Вы недостойны этого. Ух, нифига у него теплички. Да, так, вот такие бы мне теплички. А что он тут вообще выращивает такое? Я посмотрим, что. Дождевский тут есть какой-то пошел. Человек. Вот он. Это кто? Роберт Усатов. Здорово, я слушай, знаю. Тоже на какого-то актера нашего да, это похож. Это по-моему. Да блин. Привет, незнакомец. Мне нужен человек для снабжения региона овощами и фруктами. Это из Поля чудес. Нет. Да, ему все овощами и фруктами. Думаешь? Не похож, нет. Подожди, я не понял что-то. Они все хотят клубнику, а клубнику я не понимаю, что с ней её, делать. Ее, наверное, выращивать здесь надо. Я могу посадить немного ягод. Чего? Посади. Чего? Вы еще не купили родовое... еще родовое гнездо мне надо купить. Родовое гнездо это что, типа поместье? Типа я могу здесь ягодки вот этих посадить. Но мне надо купить родовое гнездо. Чтобы купить родовое гнездо, это, видимо, вот эта фигня. Думаешь? А чтобы родовое гнездо получить, мне надо с мэром переговорить. Думаешь? А сколько это стоит вообще? Дверь закрыта. Еще бы она не твоя. А мне для того, чтобы мэр, а мне, чтобы с мэром поговорить, надо стать председателем. Так что... Ну ладно, хоть какая-то мотивация для этого типа, появилась. Типа выбор очевиден, что надо типа делать дальше. Окей, смотри, вот там есть этот автобусик наверху. Да не тут, блин, на карте. А, вот ты на остановку пошел. Отлично. Так, ну тогда выбор очевиден, я думаю. Мы что-то просмотрели, что-то усмотрели. Че, ты решил прям пойти в мэры сейчас? Нет, ну мэр это не мэры, мы сейчас не сможем мэра пойти. Давай по очереди, мы хоть одно задание-то выполним. Какое ну, пойдем давай, выполнять? Ладно, я предлагаю... Которое возможно выполнить. Мне надо, смотри, одну щуку, 20 хлеба. Ты все еще не можешь купить щуку, ты недостоин. И мне надо просто 4 щуки где-то добыть. Это не просто. Просто 4 щуки, это да получается... Не просто. Мне надо вон туда вот пойти и попробовать все-таки у него купить щуку. Если, конечно, я достаточно по репутации прохожу на щуку. Я не знаю, где вообще репутация этого обозначена. О, петушара. Ходит он что-то. Кстати, может, гуляет. Яйца есть у них. Да. Фига себе, вы тут навалили, куртки мои. А можно как-то это все разом собирать? Вы что издеваетесь? Нет, вот он нравится ему с вот этим лагом. Ай, какой кошмар. Ой-ой-ой-ой-ой. Да не переживай так. Даже в Stardew Valley можно их разом собирать, насколько я помню. Ладно. Ой. Все. Ну все, молодцы. Да-да-да. Пак-пак-пак-пак-пак. Пак-пак-пак. Ладно, есть.
Ух! Ну чё? Чё-то надо где-то то ли облегчить, то ли чё, чтоб оно не это. О! Ты получил молоко? Неплохо. Свинку я зарезал. Тут я... О. А у нас ещё овечка есть, серьёзно? Плохо. Так, и вот тут вот надо вот, если не ошибаюсь... Да, мне осталось буквально 100 досок. Я могу амбар поставить. Ну иди руби деревья. Курочка моя, может это? Домой. Ну ладно, хер с тобой. Твои яйца все равно телепортируются. Ну да. Опа. Еще ты попытаешься все-таки рыбу купить? Давай все-таки воткнем амбар нам. А все-таки амбар. Да, воткнем-ка мы амбарчик. Ой, у меня все это совсем дерево, вот я смотрю, нет. И у тебя есть 100 досок. 200. 200? Обалдеть. Интересно, мгновенно появится? Ой, у тебя туалет появился? Вот сзади, вот слева. Справа. Поверьте, направо, вон. Ну, он тут был. Да? Туалет Шрека был тут. А, точно, был. Просто мне кажется, он, видимо, не здесь стоял. Так, амбар. Вау. Ну, корявенько. Корявенько. Ну ладно, Ваня один это делал. Ну, тоже верно. Чё за... А что нам дает амбар? Кто же его знает, что он дает? Что-то дает. Это что такое? Мусорные ведра? Ладно, пойдем рыбу добывать. Нам надо 4 щуки. Всего окей. Ничего. Сюда нужно, да, будет зайти и нафармить всякого. Все еще этот рыбак. Какая репутация требуется? 120. Я даже не знаю, какая у меня репутация. Вот беда в том, что я даже не в курсе репутации журнал своей. Обучения. Вон репутация 119. Господи боже. Да вы серьезно, что ли? Слушай, ну возьми какое-нибудь простецкое задание и попробуй его выполнить. Тебе репутация поднимется, ну. Ну давай посмотрим. Простецкое задание. Снабженец. Нет. Трик. Ага. Нет, надо снизу начинать. О, нет. Это не простецкое. Это очень сложно, да. Ну, скворечники сложно. Это что? Оленьи шкуры, я даже не знаю, где искать. Мед невозможно. Уха для... Матерь божья. Да. Ну вот уха самая простая. Больница простая. Да будет свет. Лампочки выкручивать с фонарей. Сложно. А, это еще нужно найти. Ага. Ага. Что-то ну, как-то у тебя все плохо. Типа 5 скамеек самая легкая. Ну, разве что ты пойдешь и сделаешь 5 скамеек. Ну вот, да, самое легкое задание здесь. Но если ты его... их сделаешь, тебе еще их расставить надо? Нет, он, по-моему, просто отдать надо. А кому? Куда-то в город, чего, это мэру или кто там? А-а-а. Точнее, на богоустройство как будто там города. Ну, давай сделаем 5 скамеек. Там, по-моему, нужны доски и бревна, если не ошибаюсь. Так, не сюда. Да. Ну, давай. Такие аутентичные корявенькие скамеечки. Молодец. Что, как-то он первый раз активнее бил? По-моему, хотя бы я видел, как он бил. Я не видела. Между... Нет, он, по-моему, махал молотком раньше, но сейчас что-то не перестал махать. А, ну, главное, не уставай, Ванька. Ну тогда это важно, Ваниш. Ваня его зовут? Ваня? Да. Опять куча заданий, которые, блин, уже это, скрываются снизу. Ну, мы в какой-то момент их все выполнили, но что-то это. Ну, что-то но тут все, надо да? Все, это все на фармёшку. Их надо по одному брать и именно выполнять. Так. Так, кулебака. Ой. Я не помню, где он. Бакский район, блин. Развилка, радиозавод. По-моему, он где-то вот здесь. Мне кажется, нет. Или он в Кулебаке. Наверное, в Кулебаке, да. Наверное, да. Деревня Верховая.
Кулебаки тогда. Вот. Нет, это город. Не, нормально все. Он и был в городе. Кто, мэр? Ну или кто там, не мэр, там какой-то... Так это... Нет, это тот, который в черном плаще такой пафосный, да, мужик. Да нет, это вообще не тот. В смысле нет? Да ёпта. А, вон, подожди, что-то я тогда вообще не поняла. Так. Это они локацию мы сменили, что ли? Ничего мы не сменили, это просто другой человек. Помогите. Вот он. Тот мэр, ему надо это. Там пипец какой-то. Мы разве здесь были? Да. Да как так-то? Это мы сегодня здесь были. Только что, да, были. А почему мы ему отдаем? Потому что он попросил улучшение благоустройства. Что-то там. Бля, что-то я тупанула, все поняла. Это который на Прилучном. Вот там еще задание. Я тебе уже говорила про это задание. Вот. Юперный театр. Володя, на, держи скамейки. О. Аллилуйя. Я не смог найти ни одного достойного подрядчика для ремонта. Вы можете мне помочь? Ямы 10 Это штук. Вот ты видел ямы. А, тебе надо залатать вот эту шляпу, что ли? Но. Господи, ладно, этим займемся попозже. Ну, тоже верно. Чё так долго-то? Охереть. Вань, ты так, давай раз? Домой тогда купим... Сейчас, вот задание возьмём. Рыбёшеньки. Мне кажется, тебе быстрее было телепортнуться через остановку, тебе не кажется? Я не знаю, как это называется, остановка. Я бы полвека её искал. Тоже верно. Если бы я знал эти остановки, как называются, или они хотя бы были подписаны, или хотя бы перемещение было не по вот этим картинкам, а просто бы карта открывалась, и надо было выбрать мышкой остановку. Ну, кстати, да, это было бы поудобнее. Это что-то как-то это вообще. Хорошо, что Ваня перепрыгивает сейчас через все. Да, он вообще свободен, как птиц. Я тебе скажу так. Блин. И оперный театр. На! Молодец. Молодец, Иван. Как слоёный огурец. Мы близки, близки. Опа. Кто там у нас? Кто там у нас сегодня? Мусор собери. Ты сейчас кого-то откопаешь? Было бы забавно. Опа-на. Ты кто? Светка. Еще одна Света. У вас то Светка. Привет, у нас намечается яблочный спас, но я не знаю никого, у кого было бы так много яблок. Не могли бы вы помочь мне с этой сложной задачей? А, ведь можно выращивать деревья фруктовые в обновлении. Тысяча яблок. Ну, слушай, может быть, через пару лет мы тебе и поможем. 1000 яблок. Давай остановку у дома. Остановка у дома. Рыбка. Просто 1000 яблок. Ладно, надо, понимаешь, очень много людей хотят клубнику и мед. Клубника и херсть. Мед хер с ним, его можно вам посадить, этих херли, но там надо только, чтобы улей посадить, надо репутацию. Ну да. Без репутации они скажут, идите нахер. То есть улей-то ладно, мед... А, это улей, ты когда амбар поставил, у тебя гордилось все еще забором. А, неплохо. Все, поняла. Так, слушай, я хочу щук. Вот, да. Во, 76 щук, чувак. У тебя прям фантастика, сколько щук. А у тебя денег. Смотри, опа. Так, и... А вообще бы ты не выебывался, они протухнут, никому не нужны будут. Кто? Щуки. Да я уже этого. Пошел сдавать их, все. Подожди, а почему у тебя только воспитанники? Потому что там еще хлеб надо. Хлеб? Да. О. Там еще 20 хлеба надо. А, ну это может через магазин пробежать. Да, это в магазине сейчас купим. Чтобы сейчас найти на карте, где эти задания. Ну да. Проблематичная задачка. Ну, уха для маленьких воспитанников в саду. Ладно, это легко. А, ну и тот в больнице. Как бы нет, ладно, это фигня. Да подожди, мы тогда сад сколько искали с тобой? Так, установка у почты, гадалки. Что-то постоянно все меняется, блин. Магазин рядом с домом.
Ты все не можешь дойти. Аристар все еще. Не дошел. Ладно. Ну, хорошо. Все, да, у тебя все засветилось. Так. Угу. Она не приближается, да? Не, кстати, по-моему, карта приближается. Вот школа. О, вот там что-то обозначается, смотри. Интересно, остановки также обозначаются? Пожарная станция. Остановка, вон, остановку направь. Вон слева, блин, остановка. Слева! Да. Вот, остановки обозначаются, так что можно смотреть теперь. Это хорошо. Ну, доктор Светлана, я вижу. Но тут где-то... Где-то садик. Где-то он прямо вот здесь, то есть он недалеко отсюда. Вот, чё, вот он, пожарной станции, по-моему, где-то всю жизнь тусил. Да хрен его знает. Давай. То есть ты даже так решил. Вон, утка, нет? Правее было. Правее, это с другой стороны. Вот, да-да-да. Ах, сука. А, нет, это крыльцо так выглядит. Сратенько. Мы с тобой что-то, да, летали и увидели уток. Это птички летают. Угу. Блять, я не помню реально, где садик. Вот он. Вон он, господи. Садик не помечается вообще. Ни женщина, которая там, ни задание. Ничего. Так. Корова. Хули она там делает? Сидит, что она тут делает? Что она еще может здесь сделать? Слушайте, гигантские утки. Юлька, по-моему, Юлька тебя зовут. Юлия Овчарук. Не, у тебя фамилия, ну ладно. На. И садик, по-моему, был, кстати, не красный. Ну, садик... Кажется, здесь редизайнили малость. Опа-на! А куда она пошла? Все, что ли? Все. Все, говорит? Все. Я свою задачу выполнена, как оба. Куда она пойдет? Давай посмотрим за ней маленько. А, все, ты воспитанников пошла встречать. Походу, да. Корова к тебе зашла, ты в курсе? Ну, пускай. А, ладно, ладно, теперь куда? Больницу. Теперь в больничку. Угу. Теперь надо найти остановку, больничку. Выкрутишь лампу отсюда. Нельзя, да. Ты вкрутить, по-моему, должен. Нет, я должен выкрутить. Или вкрутить. Вкрутить. Нет, у меня 20 ламп, типа. Нет, вставить их надо, блядь. Да? Конечно. Окей. Как он долго бегает. Ой, беда, Ваня, беда. Остановочка. Так, Света принимает по ночам? Света явно принимает именно по ночам. Где тут? Больница последняя, как всегда. Так, где больница? А. Вот это? Угу. Все просто вокруг поменялось. Так, в смысле, а фонарик? Это когда я пришел. Это ты вовремя пришел? Вот это да! Да блин, неужели? Неужели больше Свете от нас... Свет. Света от нас отвернулась. А говорит, не свети мне в глаза, блин, еблан. Света, закончено. Ну все. Так, ну ладно, хоть что-то закончить. Сколько у меня, кстати, этого? 139, кого? Кстати. Кого? Репутации. 139? Неплохо. Ага. Так, так. Ты знаешь, короче, она превратилась в SCP, ты на нее светишь, она не ходит. Ты все нормально. А теперь выключи свет, чтобы не видеть, куда она идет. О, я тебе говорю! Нет, куда-то пошла. Окно посмотреть.
Ну, видимо, как только задание начинает достигать конца, все, когда они берут, они начинают превращаться в обычных чувачков, которые ходят. Может быть. Ладно, поехали домой. Да, погнали. Хватит. Ой, какое небо красивое. Свет загорелся у дома. Там наверху вообще какая-то это. Ты вообще где? Вот остановка. У нас бы так автобусы ходили, блядь, как здесь. Остановка у дома. В празднике вообще была лютая жесть. Вздреманем маленько, вздреманем. Ну вот, посмотрели немножко обновление, построили городок. Да. В принципе, неплохой. Но еще работать и работать, конечно. Да, тоже верно. Здесь еще, не покладая рук, можно редактор стен. Да успокойся ты с редактором стен. А, телек. Ну, это видели. Этого видели. Все? Понятно. Все, так-то давай спать. Давай стриманем маленько. Все, да? Да. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. До скорой встречи в новых видео. Пока-пока. Пока-пока.